Либо дальше там. Скорее всего, вот тут. Там за ящиком, возможно, сверху. Я очень сложно будет с левого плеча. Я там кого взорвал? О, я там взорвал кого-то. Походу. Придется широко выйти. Сука. Еще один сидит. Тихо, не умирать. Так, гранаты есть. Да, взорвал его эфка этого типа, как я вам и говорил. Сдохнет. Сдох. А ты кто? Друг. Куда крадешься-то? А? Куда крадешься? Чел. Сюда вот так. Еще все. А мышь в кусту. Справа один передо мной. Один за тачкой сидит, за красный, за Логаном. Еще один 42-й. Чисто по кустикам сидят. Слышали, да? Быстро. По-моему, это насыпь была.
наверху там сидит чел. А, я походу взорвал этого типа. Да. Он живой остался? Во этом. Чел хотел убежать, кто-то его на выходе встретил. Какие молодцы. Теперь надо точно гранаты. А, я убил этого все-таки типа. Я одного убил, а один к ним побежал и получил пулю. А? Ёлки-палки. Вот он, дракон. Так, что нам дракон тут еще принес? Давай посмотрим. СВД с теплом, например. Так, я таскаю тут с собой фигню, понятно. Плак сюда, калаш сюда. Да фига тут народу, слушайте. Да, падал. Так, остался на втором черик. Блять, ты что меня так ранил, это граната? Как? Это труп, походу. Бля, кто справа бегает. Кто справа пробежался и остановился где-то в кустах. Да, ползает где-то в кустах справа, слышите?
гранаты есть, друг? О, так, сюда. Кто-то выбежал из трешки. Он на первом, что ли? Перезаряжайся. Ясно. Спасибо, игра. У меня пинг поднялся на 134, что меня выкинуло из игры. То есть из того пинга, который был, он поднялся на 134 выше. Понял тебя. Он выбежал из трешки опять. Куда ты рашишь, прям, сынок? На аптечку забайтился. Здорово, Серег. Жесть, да, замес? Кошмар вообще, блин. Вау. Короче, теркало плохо опять. Перед нами, за машиной. Убил. Только что один. Терковое. Забываю с задержкой. Класс делает, что ли? Передо мной кто-то убил чувака. Ну что, она стреляла, как ушел сюда. Сумки нет, он где-то сумку свою сбросил. Кто-то сейчас за бочками пробежал с сумкой. За проломом, да, ушел, ты видел, или да, что? Да. Это ты на меня смотришь? Ты в забора, да, стоишь? Да. Я просто отсюда смотрю. А да, он есть там. Убил. Все-таки я не ошибся, да? Да. Я тоже видел этого типа с дикой сумкой. Я в здание зайду на второй этаж. Значит, там калаш в пристрое остался. А, это... Понял. Граната! О! Блин, как их плохо на лестнице лутать.
Капец. Чё-то чел по мне не стрелял, когда он поднялся. Он типа не понял, что я сижу, лутаю труп. Он думал, там труп, наверное, лежит. И поднялся без звука, потому что на ступеньках звука нету. Капец! Уф, шанс вообще. Если вам понравилось видео, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк.